за свою жизнь, я с рождения разработал для вас множество неубедительных Здесь появляется мореплаватель, состоятельный лоцарь, гипергекрет, Тимур Гринер и Михаил Ленковский. Общими стараниями, трудами и перемонтили местечко Сидень, изумительной красоты полуостров Амурского залива, благодатное успешное дело. Разводили место на линии, заложили первую линию в плантацию женщины, выбили местную корону лошадей. Предоставьте возможность публике воскресного вечера в Воскресном сквере приветствовать великого музыканта Федора Шаляпина в сопровождении духового оркестра Сибирской флотилии. Федор Шаляпин исполнит народную песню «Город Афинский». Истинные патриоты, адмиралы и матросы, генералы и видовые, губернаторы и чиновники, купцы и промышленники, меценаты, благотворители. Они выстроили могучий и прекрасный форпост нашей Родины на Тихом океане, в Владивосток. Замечательно, что закладывая крепости и порты, пробивая в сопках дороги, привлекая и обустраивая переселенцев, эти люди не завоевывали, не разрушали, а изучали новые места и созидали новую жизнь. Во веки веков слава тем и векам созидателям! Содержите еще ваше внимание на этой исторической фотографии. Некоторые из ее персонажей не пережили в 1900-е годы, но многие стали очевидцами и участниками русско-японской войны, революции, гражданской войны, двух мировых разрушительных войн, сложной правды 20 века.
Неожиданное нападение на порт Артура Чемульпо. Битва под Мукденом. Сусинская битва. Русско-японская война вышла на положение на Тиане в течение полутора лет. Слушайте музыку вальса, посвященную павшим в этой войне. Адмирал Степан Макаров назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Адмирал, который возле воды, вам нужно было выходить на правый плечо, а не на свист. Слушайте музыку песни «Варяг», подтверждающую несгибаемую руку военных героев России, и вспомните главные истории, вкажите на героев всех войн и революций. Наверх, товарищи, все поезда, последний пожар наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Песня, песня, песня.